Кислев многое преодолел и сделает все возможное, чтобы преодолеть любой кризис. Приветствую вас, друзья, с вами Верос. Мы нападаем на эту армию. В принципе, это последний бой, который мы проведем в царстве, не считая, естественно, режима выживания, царской этой королевской битвы. А здесь нужно будет расправиться сейчас с нашими медлительными врагами и идти дальше. Там, возможно, даже на ускорение будем дальше бежать. Как можно скорее, чтобы прыгнуть и разбить врага. Вскрытие покажет, в общем, что из этого получится. Есть буря магмы. Есть сейчас буря магмы. А тут есть фланг, на который можно, кстати, и встать. Благодаря чему нас не смогут легко достать. И вдобавок ко всему, здесь есть вот такая вот... еще скала, назовем ее так, да, обрыв. Здесь мы, значит, можем легко выстроить вот так вот армию. Вы встанете в позу. Прятать. Ну давай попробуем спрятать один отряд все-таки здесь. Можно попробовать и отвлекать максимально медведями на фланге, вытягивать, бить их, разрушать строй. В общем, заниматься всем этим. Попробую так пока что. В нас верят. Но, судя по всему, идти в атаку пока не планирует. Окей, я тебя понял. Я тебя понял, я тебя услышал. Сердце зимы. Ну, двоих мы можем зацепить. Вот здесь троих. Вот, кстати, троих здесь зацепить было бы как раз... удачным решением, как мне кажется. Вот они. Пошли бомбежечки. Среди деревьев. Так, ну вы спрятались среди деревьев, это плохо. Не, он пришел в движение, к сожалению. Вот он. Лютый счетчик сейчас. Как работает. Так, ну она идеально скрывается, кстати, вообще. Идеальнейшим образом. Вас будут сейчас расстреливать. Держитесь. Этих мы вытащили. Это очень хорошо, что мы их вытащили. Это прям великолепно. Ждем, ждем, ждем. Бориса, конечно, замедляют. Вот там медведь еле лапами передвигает. Так, немножечко вот сюда.
Немножко тер назад. Выводи их под удар. Ой-ой-ой-ой. Блин, как-то вы слишком далеко, по-моему, бьете. Давай. Этим сейчас придет хана. Здесь мы чуть отходим назад. Маневрируем. Все, мухи пали, считай. А ты, родная, давай, закидывай замедление. Скола... Скола. Школа жизни, это хорошо. Так, здесь, похоже, по пушке стреляют, ничего страшного. Конечно, там зацепят и других, но это ничего страшного. Здесь сейчас используем заклинание. Так, ну давай на тебя. Только тебя, родная, нужно все-таки спасать. Уходи, 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 уходи. Прорвись, прорвись, красавица. Давай, 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 родная. Медведи, выходим. Подлечить красавицу. Ну пока ничего не могу с ней сделать. Так, кошечка уже все. Хотя подожди, отставить.
Сейчас мы из них заклинаниями вытянем жизни, а потом нападем. Отступай, даже медведей задействовать не пришлось. Красавица. Держись. Держись, красотка. Нормально. В целом, ну, мы многих сохранили. Там то, что на Бориса пытаются накидать. Это все фигня. А, здесь же еще был отряд отверженных Нурглов. Поэтому сразу... нам поражение и нарисовали. Но завершаем битву. Все равно сейчас восполнить уже здоровьем ей не получится. Но она молодец. Молодец, выжила все в этом плане. Нормально, сейчас... все будет хорошо. Хотя, может, лагерь бы использовать... специально для нее. Но она прям там отхватила сильно. Мы восполняем. В любом случае, пусть этот Децл, но восполним. Лагерь. Ну, два хода. Давай. Давай хотя бы один ход в лагере. Все-таки побудем. Она потери понесла. Такие значимые. В этом случае можно было и автобомбе видеть. Так, все. А с вами мы разобрались. Строительство больше и не сделаешь, да? Кстати, опять, смотрите, что появляется, то исчезает эта тема. Пиро победа. Марат Головач. Он спалил мою засаду и нападает сам. Пиро победа, ну, кстати, побеждает сам. Нормально. Средние потери, доверимся. Молодец. Он молодцом. О, вот здесь гарнизон из поселения подходит. Ну, сейчас тут отступить надо будет. А здесь он нападает на само поселение. Двумя стеками. Подкрепление будет. Но в целом от нурглитиков мы тут должны отбиться. Давайте сразимся, хорошо. Не дадут мне все никак добраться до царства. Блин, тут хочется скорее добраться. Обидно просто будет сейчас сражаться и потерпеть поражение. Поэтому быстрее бы добраться до царства, забрать душу, отправиться в кузницу и уже одержать победу. Великого Кислева. А защищаться, наверное, будем вот здесь, так как подкрепление отсюда подходит. Мы защищаться будем исключительно тут. Его подкрепление, я думаю, пойдет еще и снаружи. Хотя, может, и здесь зайти, когда появится. Но как бы там сейчас они не разделились, а он делится на два. В любом случае, фланга. Ну, тут еще и полководец его. Здесь, правда, еще и мухи. Ну, может, оно и к лучшему. Мухи быстро бы перелетели. Эта вся армия будет долго ползти к нам. Поэтому пока что таким образом делаем. 50 секунд до подкрепления. Наши еще и подойдут быстрее. Там только битва, считай, начнется, наши уже подойдут. Два прохода. Блокируем два сразу. Кавалерию припарковать за пределами бы по-хорошему. Но негде. Ладно. Кавалерия тогда становится просто тут где-то. Ждет своего часа. Чтоб не перепутать с подкреплением, выставляем так. Дальше. Один отряд. Стражи суда царского. Один отряд суда. Вы здесь, вы здесь.
Ну, со спины мало ли что. Давайте один отряд оставим. Один отряд я все-таки оставлю. За спиной. Это жизненно важно. Удержать его. Тот город. Ту площадь. Ладно, хорошо. Держим так. Потом вас, если что, будем крутить. Погнали. Такс. Разворачиваем вас всех. Ох, нифига себе, как это все-таки здесь больно. Подкрепление уже залетает. Давай, мухи будут уничтожены сейчас. Можем сейчас еще кошечку призвать, чтобы быстрее их тут всех порвать. Так, есть контакт, но баланс в любом случае еще в нас не верит при этом. Хотя мы должны выигрывать. Естественно, здесь мы все-таки уже должны выигрывать. Все шикарно. Этого разгромили. Демона треклятого. Там сейчас их расстреляют. Там их сейчас расстреляют. Так, все, вы не стрелять. Гарнизон прям можно уже, считай, полностью перестраивать. Всех вас. Вести, наверное, вот сюда. Вот, конечно, если бы успели эту точку, но вряд ли. Отступаем вот на этот рубеж. Бегом. Эти ребятки распались, считайте.
Кавалерию перебрасываем. Все, шикарно. Вы заходите. Половину армии мы их перебили первой. Осталось полторы армии. Но они достаточно медлительны. Соответственно, вышки нам в помощь. Вышки нам в помощь. Так, ладно, все, забейте. Там заклинание, что? Какое? Скорость? Ну, ничего страшного. Замедлять вы можете нас пытаться. Так, бегом. Быстрей. Двигаемся быстрее. Эти пока что медлят, и для нас это очень все хорошо. Так, вы пытаетесь просто оббежать. Сейчас здесь такой создадим удар. А, кстати, насчет гарнизона, я предлагаю все-таки здесь вот так вот по слоям, скажем так, поставить. Стрельцы, стрельцы, стрельцы. Молодые удальцы. Вас пока что вот так, на всякий пожарный. Но здесь чуть по чуть будет помогать. Ну, допустим, когда на холме они идут, будет помогать. Дальше вряд ли. Баррикады уже бессмысленно строить на этих флангах. Нургал никуда не торопится. Нургал в своем репертуаре. Четвертый уровень вышки, но можно дать шанс в очередной раз. Ну, в толпу будет хорошо заходить, я думаю. Как ни крути. На тоненьком выиграть не получится, там если что-то вдруг такое. А так вот да. Так запросто. Может бы даже не стоило кошечку призывать. Но я думаю, быстрее как можно расправиться с демоном. В принципе, тут еще есть великие нечистые. Тут они еще есть, вон, перемалыватели душ, в которых тоже будут верить. Ну, кстати, то, что мы накинули измотанные там были, они сохраняются, этот дефект. Давайте. Лорд мертв. Там они пытаются забрать основную вышку, мормышку. А тем временем наши шансы на победу сохраняются. Да, здесь вышка будет, ну, вроде бы и неплохо, но попадать в эти постройки, камни. Ну,
Что ты развернешься, все-таки пойдешь через этот фланг, да. Часть все-таки идет через фланг. Поэтому стрельцы в срочном порядке перестраиваются. Готовимся расстреливать. Дальность 350. Урон обычный. Но смотрите, бронебойный, кстати, все-таки лучше у третьего уровня, да, заметьте. И прям значительно лучше. Они на точку идут просто. Им плевать. Так, сейчас, секунду. Отвлекли меня немножко, но мы продолжаем защищать Кислив. Всеми правдами и неправдами. Ну, в принципе, правда за нами, так что мы правдами исключительно защищаем. Кислив защищает исключительно правдой. Все, здесь стрелки готовы. Здесь, если что, можно даже вас развернуть на фланг пока что. Ну, даже целиком. Вот так вот сделать. Навесиком, чтобы точно бить. Так, бомбежечка. Ульта морозной девы. Они вон разбегаются, видите, разбредаются, идут, скажем так, потоками, поэтому... Там без проблем сейчас должны наши кислевиты отбить. А чё ты бегаешь? Вот почему выборочно у вас опять эта ерунда? Случайно, что ли, нажимаю кого-то, да? Где-то что-то прожимается у меня. Так, красавица, только ты в этот раз все-таки отойди. И вы тоже. Все, вы все отходите. Бомбическая сила там, но это реально как артиллерия практически. Так, на фланг сюда больше не лезут. Ой, много-много-много. Развернуть. Здесь по отдельности каждого лучше, чтобы самый короткий путь им выбрать. Так, выбеги вот сюда, по тебе, похоже, стреляют. Здесь вышка все-таки не зря размещена. Тут мы можем перекрыть, попытаться. Тем более этот уже отстрелялся, поэтому он готов сражаться в ближнем бою.
Мы всех жаб тут соберем сейчас вместе. Да, немного своих зацепили, но это мелочь. А ты тоже здесь поможешь. В принципе, сейчас даже в нас начинает верить игра, в нашу победу. Ну, уже интриги нет, основные противники пали. Сейчас кинем то, что не коцает своих. И вообще будет замечательно. Остальное распадется. Эти уже практически отстрелялись. Так, ты сюда. Вышку уже переключаем. Стрельцов разворачиваем, хотя бы парочку. Вас тоже разворачиваем обратно. Держаться, держаться! Вот и все. И они начинают распадаться сами. Остальная часть демонов даже не дойдет до нас. Шикарно. Поможем им немножечко ускориться. Это идеальная практически защита. Все-таки правильно, что не стали принимать бой именно в поле. Здесь мы не ошиблись, тут мы не просчитались. И идеально продержались. Могут, хотят, пусть пытаются обойти нас. Куда они идут? Они не обходят нас, они куда-то уходят. Они, похоже, пытаются сбежать. У меня такое ощущение. Пытаются спасти хоть кого-то из этого стека. Героическая победа. В принципе, стек еще из основной, хоть он и на улице остался, все равно восполнит потери. Ну, стек один, кстати, выживет. Вот того мы не добили. Юнита, да, отверженных. Отверженные живы, здоровы. Живы, живы, здоровы. Восполнять потери тоже не вижу сейчас смысла для гарнизона. Берем деньги. Ускорение снимаем. Ледяной двор. О, ледяной двор тут помогает, но... Блин, твою ж за ногу, это медвежья услуга. Ну да, у нас есть кавалерия. Но я бы не сказал, что у нас преимущество по кавалерии прям лютое. Учитывая, что есть потери. Ну, да, есть топовый отряд. Ну ладно, хорошо, сразимся. Сразимся, давай. Давай сразимся. Раз ты настаиваешь, раз ты как подкрепление, но все-таки на тебя кинуться, у нас будет, может быть, время, возможность ударить кавалерией. Все-таки преимущество в стрелках, ну, в совокупности тоже. У нас больше все-таки в кавалерии даже, если так брать.
Заходим со спины. Ты идешь в бой, дурной. Я надеюсь, ты будешь держать дистанцию пытаться, а не бросишься в атаку. Ну, на тебя кидаются сразу. Кошечки на тебя кинулись. Союзника, естественно, уже нагнули. И мы даже не успели подойти как подкрепление. Твою ж дивизию, это реально медвежья услуга сейчас. Драться он не захотел с гарнизоном. Этот Егор из области. Егорка, блин. Мы можем сейчас Праг просто потерять из-за него. Если сейчас реально поражение припишут и... Не, ну Праг вроде бы не забрали. Здесь они хотя бы вот это починили, эту тему, да? Представляете, если бы сейчас эта тема работала до сих пор. Егорка, Егорка, Егорка. Ну, может, армию сейчас подвести нашу, попробовать. Ну, я ее веду-то в Праг, просто обходными путями. Окольными дорожками. Так, вы давайте укрепляйтесь. Если что, эти земли тоже потом помогу вам объединить. Кисов он такой. Помогает и другим. Хотя сам находится порой на грани. На грани уничтожения еще. Так, аура. Сорвана засада. Марат Головач, мы в курсе уже. Мы уже видели, что засаду сорвали нам. Потери восполнены при этом, смотрите. Потери при этом уже восполнены. Так. Восстановление для заклинаний. Давай восстановление для заклинаний возьмем. И порыв истинного ветра. Так, казна задания прервана. Конец великой игры. Нангау. Такс. Здесь мы за один ход в любом случае не дотягиваем. Да. Хотя на ускорении мы могли бы, но, к сожалению, это не разрыв. До разрыва мы можем. Тогда в любом случае. Два хода. Тогда в любом. Пять ходов у нас остается. Еще. Верная лошадь, искоренитель. Пока по искоренителям здесь. Марат, ну добивай, брат. Хотя ты никуда не сможешь продвинуться, но этот стек для тебя в теории и не представляет угрозы. Давай пока что. Давай вот все-таки под городом встанешь. Prepare for shock assault. Мало ли вдруг там кто-то еще у них. С гарнизоном уже можно будет что-то делать. Так, огры преследуют. Огры настаивают. Огры хотят здесь встретиться с нами. Но кисли, кстати, не берут, заметьте. Вот с кугатом. Как поступать с кугатом? Идти твою за ногу, да? Разбить его? А вдруг это поражение приблизит лишь? Я бы, наверное, пока что в засаде остался. Я бы пока остался в засаде. Ну, если он попадется в засаду, может быть, сразиться с ним. Ну и то это пока смотрится не особо перспективно.
Этот может нас сейчас разбить. Ага, ага. Подожди, ничего не делать. Королевство огров. А ну-ка. Сейчас мы колонизируем все-таки. Каракт-Влак, это столица. Можно было удерживать эту провинцию. Но провинцию это удерживать можно было бы. Ну а кому мы можем отдать этот город? Катаю вряд ли. Катай тут даже не принял эту цель. Хотя нет, кровавый пик разграбил просто. Напасть на пал, ничего больше не сделал. С вами переговоры вести нельзя. Ну давайте с вами. Ускулак лишь можно отдать. Нифига себе. Каракулак нельзя. Но тогда ты труп, братан. Тогда ты труп, прости. Мы рискнули, но твоя авантюра не закончится хорошо. Черная крепость. Так, давай священную рощу. Контроль 3. Ну, здесь если строить, то лучше храм, чем это. Давай. Сюда. Проклятые пустоши. Это мы то, что оставляем. Караклак тоже мы сейчас не трогаем. Вот таким вот образом пока складываются дела. Я бы даже сказал, он конфедерация дальше, еще дальше становится. Но у нее тут все хорошо, что ли, да, настолько? Ну, в принципе, да, захватила. Уже даже так погружается на территорию империи. Так что... У нее есть потенциал. Ну, сдаем ход. Сдаем. В любом случае, сейчас сдаем ход. Есть какое-то сражение. А, ну, оно сражение есть. Его оставляем уже на следующую серию, друзья мои. Ну, и с Кугатом там вопрос. Ну, здесь, я думаю, мы должны выигрывать. Тут мы должны выигрывать, так что отобьем еще этот город. Пока что Легион Хаоса застрял. И никогда не познает победы. Пока Кислив жив. До следующей серии. С вами был Вера. Всем добра.